Продолжается конференция X5 «Диалог», и прямо сейчас мы продолжаем знакомиться с участниками, потому что сегодня огромное количество людей приехало для того, чтобы обсудить последние вопросы и тренды, собственно, в области ритейла. Только что хотел Владимир Харитонов из компании «Прода» от меня сбежать, но не удастся. Еще ни один человек не сбегал от пресс-центра retail.ru. Владимир, расскажите, пожалуйста, подробнее, поведайте нам историю вашего знакомства и вашего сотрудничества с компанией Mi, компания Mi X5. Компания «Прода» наша сотрудничает с X5, наверное, с самого начала вообще появления компании. Соответственно, мы партнеры уже долгие годы. Также хотел бы поблагодарить X5 за те конференции, которые она проводит ежегодно. Соответственно, если мы говорим про наше партнерство, то наше партнерство является одним, наверное, из ключевых в ежегодно, да, мы ежегодно бьем рекорды совместно, мы выстраиваем процессы совместно, мы работаем над эффективностью совместно, ну, то есть вся наша работа, она только двумя партнерами, то есть поэтому данный диалог, он очень полезен для всех поставщиков, спасибо, ну, будем работать дальше и будем также взаимодействовать и взаимовыгодно сотрудничать. Спасибо. Расскажите о конференции. Что сегодня уже удалось узнать? Какой массив информации на вас обрушили? Ну, массив информации, он стандартный, наверное, скажу, что X5 двигается в правильном направлении по всем параметрам, которые сейчас в трендах рынка, то есть и в развитии продукции, и в развитии магазинов. Ну, соответственно, ну, считаю, что молодцы, правильно так держать. Ну и расскажите о планах на будущее, если они уже есть, в коллаборации с X5. Чего хочется в 2022? Ну, с точки зрения коллабораций, у нас с X5 достаточно много всего и всех многих проектов. Так как мы являемся производителем и мясной гастрономии, и производителем птицы, ну, соответственно, и переработка, и... Вот, поэтому хочу сказать, что если говорить про развитие, то мы, наверное, в следующем году будем работать над эффективностью совместной, потому что рынок сейчас птицы и мяса, все понимают, сейчас тяжело всем. Поэтому, наверное, вот в этом направлении. Ну и, соответственно, новинки от нас в наших продуктах, они всегда будут. Мы будем всегда предлагать и будем работать. Что самого нового? Вот сейчас, может быть, уже что-то готовится к выходу на прилавке? К выходу на прилавке? Ну, наверное, это сезон новогодний. То есть это новогодняя продукция бренда Троекурово и Клинский, и Омский бекон, и Уфимский мясокомбинат. То есть, соответственно, у нас все продукты в разработках, и мы, соответственно, уже даже начали предлагать это нашим партнерам. В общем, деликатесов к новогоднему столу от вас ждать. Ждать. Спасибо большое, удачной конференции. Мы это умеем. Спасибо. Спасибо большое.